Накануне под Верхней Пышмой, недалеко от поселка Нагорной, активисты-экологи взяли в плотное кольцо и задержали до приезда полицейских ассенизаторскую цистерну, из которой работяга сливал в чистое поле, а точнее сказать, на заснеженной свалке, которая с прошлого апреля вроде бы как закрыта на рекультивацию, непонятную коричневую жидкость. В ответ на расспросы общественников ассенизаторщик заявил, что он сливает техническую воду, но ее ядовито-коричневый цвет заставил экоактивистов усомниться в этом. Тем более, что пролетарий не смог толком объяснить, от лица какой конторы он это делает. А, договора нету еще? Сегодня уже сделали его. О, замечательно как. Это здорово, это здорово. А вы какую организацию-то представляете? Я? Да. Газированную. Частная. Частная? Ну а что за организация? Ну, название я еще не знаю. Как это? Я недавно начал работать. Ну и что, вы не знаете, куда устроились на работу? А между тем, по словам общественников-экологов, сливы непонятной жидкости происходят здесь почти каждый день и не по разу. Притом с прошлого ноября, когда собственник этой земли, компания Village Retail Group, передала участок подрядчику для рекультивации свалки, горевшей прошлым летом. Как рассказали общественники порталу 66.ru, вероятно, собственник договорился с подрядчиком сливать жидкие отходы в том месте, где прежде был пожар, и ассенизаторные машины приезжают сюда по 5-6 раз в день. Экологи утверждают, что сбрасывать отходы и химикаты здесь, на землях сельхозназначения, нельзя, ведь на участке нет очистных сооружений. Все согласовано с сельской администрацией, и технический этап продлится год, а весь процесс рекультивации рассчитан на срок до 2025 года. Цитирует портал 66.ru слова представителя компании-подрядчика. Правда, с этим мнением не согласилась природоохранная прокуратура, которая уже вынесла предостережение и владельцу земли, и арендатору. Председатель областного отделения Российского экологического общества депутат Алексей Вихарев в комментариях журналистам заявил о том, что к проблеме нужно подключать все компетентные структуры, от Росприроднадзора до полиции. Далее цитата. «Местные жители справедливо боятся возгораний на свалке, а учитывая, как организована вся ее деятельность, опасения людей по поводу того, что огонь может перекинуться на расположенный неподалеку полигон, где в свое время утилизировали артснаряды, вполне резонны». Конец цитаты.